здесь полчаса бабского трёпа. Носики, ну не носики, носик. Только я. Витьки нет. А, массаж лица ни разу в жизни не делала. Здорово, ведьмак. Привет. Привет. Витька отошел по делам. О, вот человек в красной кепке. Если я ничего не путаю, вы связаны как-то с рыбалкой. Ну, вспоминайте, полчаса есть. Привет, Лен. Укол красоты ботокс колола, вот как это называется, верхняя треть лица. Ну, то есть у меня вот здесь заломы, бровь у меня вот эта ползет вверх всегда. Да, вот человек ясь, я вас называю так у себя в голове, но вы не обижайтесь. Ну где вопросики? Мне скучно. Потом у вас эти осетинские глаза. Да, у меня глаза прям как у бабушки моей по маме, а бабушка моя осетинка. Но если вам обидно, что вы человек яси, вы мне скажите, я так не буду вас называть. Да, в ГТР. Зависла? Зависла, зависла? Покажите. А, витамины сейчас не пью, а когда пью, то пью курсами. Рыженькие такие, супрадин месяц пью, и с ним пью еще омега-3, это допингерцевская морковка, да. Вау, у меня 51 человек, шикарные скулы, спасибо, мне тоже очень нравится, это в бабушку. Брови прижились, ну, как бы, да, мне кажется, нормальные брови, в принципе. Привет, мать. У меня есть люди, которые так меня называют, но вряд ли это вы. Как часто колитесь и чем? А, этот диспорт мне кололи. И до этого, по-моему, ботокс 3 года назад. Я даже не помню, когда диспорт кололи, но мне кажется, он уже не работает. Уже у меня он все ползет. Да, я тоже обожаю ГТР. Это мы люди, которые тебя так называют, все правильно. Да нет, это, видимо, кто-то другой. Пилинги, лицо никогда, пробовала руки. Какой-то желтый пилинг, после него ты как березка такая вся облазишь. Сколько лет замужем? Полтора, наверное. Как мамуля, не успела прочитать, но нормально, вчера ходили поздравлять с фитнесом, в зале занимаюсь с тренером. Бровь почему ползет? Ну, такая мимика от природы. Вот она задирается у меня и все. А, замужем, да, первый раз официально. Первый и единственный. Машины были. Первая была Kia Rio. После нее Mazda 3. После Mazda 3 у меня была А5 внешне-внутренняя слайн. У нее пакеты красивые. Очень любила я ее, но ломучая. После А5 у меня была 528 X-Drive, которая вот эта лухари комплектация BMW, очень красивая, с цвет вот этот красивый BMW-шный, имперский синий и бежевый салон. И вот ее я свекрови подарила, и сейчас езжу на ГТРе. Хвост на плече лежит просто пушнина. Пушнина. Пушнина — это наш товарищ. Тут что-то кто-то про какую-то пизду рассказывает. Давайте мы его заблочим. В лодке в пятницу много людей. Да не знаю, мне кажется, в лодке в принципе много всегда людей вечерами. Последний косяк у Вити. Не знаю, может, шкаф не закрыт за собой сегодня. Спасибо. Кто такой Витя? Витя — это мой муж. Блин, висим, да? Может ли девушка признаться любимым мужчиной? Почему нет? Может. Витя, закрывай шкаф, не висим. Значит, это у вас что-то с интернетом. Народ вроде не висит. Блин, у меня такая фигня. Я очень редко крашу губы. И почему-то, как только я это делаю, может, по неопытности, у меня начинают какие-то просто ошметки от них отпадать. Домработницу не нашла, честно, не искала. Что-то дел так много. Муж косячит 20 раз на день. Ну да, я же просто придирчивая. Я люблю, я терпеть не могу бардак дома. Я постоянно воюю с домашними на этот счет.
красиво с накрашенным, спасибо. По нации, ну, у меня бабушка по маме осетинка, то есть во мне, получается, четвертинка осетиночки есть. Да как наладить? Ну, говорят, все хорошо. С крабом. Мне, кстати, подружка лучше подарила какую-то там маску какую-то для губ, я все боюсь. А, убирается раз в неделю человек, но я регулярно каждый день прибираюсь. То есть у меня есть особенность. Я ненавижу убираться, я обожаю прибираться. То есть мне очень важно, чтобы каждая вещь лежала на своем месте, чтобы ничего не было навалено на поверхностях, на столах, не дай бог, на полу. То есть я вот люблю, когда так все педантично, аккуратно. Ты под феном. Вы знаете, я ни разу никаких наркотиков в жизни не пробовала, даже травку не курила. Да, я педант-перфекционист. Сколько лет? Мне 28. Место для всего, да, и как бы это на самом деле, я считаю, очень хорошее качество. Ты всегда знаешь, что где лежит. Я помню, когда попала по скорой в больницу на месте, я позвонила подруге, она приехала за ключами, и просто мне по телефону я диктовала, что мне вести у меня дома. То есть я абсолютно четко знаю, где что лежит. Это все было очень... 112 человек у меня, образование высшее. За сколько Витя покупал телефон Sony, не знаю. Кармакс. У меня он сейчас с собой есть в косметичке. Просто мне как-то, ну что, я его сейчас намажу на мой накрашенный рот, он же будет блестеть по-проститутски, а я не хочу. Очень красивые светильники в спальне. Откуда они? А, в спальне светильники, которые на тумбочках или которые люстра? Что ждешь на 8 марта? Ничего не жду. За сколько колонку? Это все секретно, можете погуглить. В пробке нет, я жду мужа. Есть знакомые на актерском? Не знаю, ну есть, наверное. На тумбочке это и тумбочки, и светильники, это было взято для съемки. На самом деле у нас одна тумбочка, и на ней офигенный светильник в виде слона, но вы его не видели, потому что для съемки нужна была симметрия. Ну, нет, Витьку я не обгоню, у него своя аудитория, он крутой, умный, а я так. Кофе не выпьем. Мы почему-то закрывали. Ну, я не хожу на вообще какие-то косметологические процедуры, потому что мне я не вижу от них какого-то результата, глядя на моих знакомых. Наоборот, вот чем больше мои подруги что-то себе колят в морды, лица и прочее, тем старше они, мне кажется, выглядят. Так, что за машина? Nissan. Зачем Гагарин? Ну, потому что величайший человек. Я очень долго думала, кого нарисовать. И был, кстати, один из вариантов ВВП. Но, понимаете, ВВП, он крутой сейчас, а хрен его знает, что будет дальше. То есть за ним еще есть шанс, не дай бог, конечно, накосячить. А здесь уже человек-легенда, который уже герой-герой и плохого ничего не совершит. Зачем эта трансляция? Мне надо переждать полчаса. Хрюня сегодня очень хорошо позанималась с кинологом, но потом налажала. За волосами как ухожу? Мою их. Нет, у меня подруги есть. Просто их немного, но они прекрасные. А Витька, он сейчас не со мной просто. Фирма одежды. У меня очень много любимых брендов. Просто огромное количество. Да я не знаю, я не понимаю смысл. Ну что, вот потрут мне лицо, и что станет? Что, я помолодею от этого? Лимфу мне как-то разгонит? Ну и что, не знаю. В детстве были животные. Ну, у меня с ними не очень везло было, но все заканчивалось трагично. Не умничай, говорит мне человек, и идет спать. Мне очень вкусно пришли, они немного подробнее сказали название фабрики. Могу сказать, это кухня отечественного производителя, более того, из МДФ, то есть самый дешевый вариант. Называется фирма кухни «Анонс». Я бы тебе вдул, но тебе, чувак, это не светит. Мне так понравилось, как вы с Хрюней разговаривали, когда она как... Да, как придурочная, да? Ну, крем, какой бренд? Блин, я вот тебе уже вчера говорила, я... зачем-то накупила себе всякой уходовой косметики. Какая-то фирма, я не знаю, как правильно произносится, данная или данне, там какие-то три буквы, то ли DMK, такие беленькие с зеленым. Да-да, написала все. Вдуватель хренов, расскажи про бренды одежды. Очень нравится Селин, Стелла Маккартни, Сен-Лоран, Бальман, Баленсиага. Что мне еще нравится?
Валентина. Чё, как прекрасно, просто любите ее. Забавно она существо, конечно, я в нее там сил повкладывала. В какой области дизайн делала? Я занималась дизайном интерьеров. Урияш крем хороший, да, но я его покупала там в аптеке. То есть я не заморачиваюсь особо, я прихожу в аптеку и беру какой-нибудь крем, там Урияш или какой-то Ля Рош, чего-то там, Пассай, я даже не знаю, как они читаются. Там есть какое-то мнение, машина не появляется, или GTS. Мне кажется, хорошая машина. Это такие они, как эти, двухдверочки, да, трехдверочки. Может, перезайдете, блин, что, просто плохо. Филипп Лейн одно время прям фанатела, сейчас поугасла у меня как-то, кажется, слишком какая-то она попсово-молодежная, я как-то... кто-то пришел и меня или снимает, или фоткает. Один мальчик очкастый. Кура, да, ты кура, все абсолютно верно. Витя, да, вышел. Да. Ну все ушли. Вот у меня было 100 человек, и он их спер. Теперь у меня их 70. Ну ладно, буду с вами прощаться тогда. Пока. Пока-пока. Ну, с тобой. Ага, самый верный тут. 62 человека. Если он... этого... Ладно, у нас же бабский трёп, да? Чё мне ориентироваться на его? Где количество? А, я его не пускаю. Дверь закрыла и не пускаю его. Вить, у меня было 100 с чем-то человек. Ты зашел в перископ, все, 60. Чё ты быстро, мой дорогой? Девочки налево, мальчики направо, пиши мне. Так, поехали дальше. Ты же говорила, что хочешь, чтобы все смотрели твои три коллеги. Ну, видишь, я же не вышла. Да, мои три коллеги верные со мной. Будем хромать нашими стройными рядами и дальше, товарищи. Чаще. Фу, блин, холодно. Это ты где? Это я в машине сижу, прикиньте. Короче. Ну, вот все, он сейчас будет кричать, и я ничего не буду. Короче. Всем привет! Хотел вам одну тему рассказать, но, наверное, придется потом, а то у жены вон перископчик обламывается. Спасибо. Не, дел много. Интерес в перископ не угас, перископ самый клевый формат. Попробую. Ну, Витя не оставил, как бы ему надо было по делам, куда мне идти не надо. Значит, смотрите. Все, короче, он меня сбивает с мысли, давайте прощаться. С Якубовским. Не, у нас очень много общих друзей. Ну, как бы виделись, но не знакомы. Опять мы просто на два голоса. Сейчас там будут ему его подписчики кричать, стоит что... Стоит прилетать невесомости, Тома, но тяжело. Замолчи. Выруби его. Невесомости многих очень реально укачивают, перегрузки неприятные.